машине не тепло, только села. Оно недоброе. Девочки, на следующей неделе минус 30 в 20-х числах, не минус 20. Минус 32 пишут. Ой, я страшно болит зуб. Страшно болит. Я несколько дней терпела. А сегодня ночью я проснулась в 2 часа ночи от такой боли. И поняла, что меня не обезболивают уже ни одни таблетки. Они просто меня не берут. Вот, мне надо ехать к стоматологу. Вы прекрасно знаете, это моя больная тема. Вот, я попыталась записаться, ну, где на районе клиники, нигде нету места. А, вот, да. И когда я встала в 2 часа ночи попить таблеточку, выпить, я увидела пропущенные от охраны миллиард звонков, я поняла, что пиздец. Утром я поеду искать свою машину. Ну, в общем, да, у нас эвакуировали. Пиздец, сколько машин. Ну, вот. И, короче, спала я плохо. Зуб болит страшно. До него даже дотронуться невозможно. Ух. И теперь я еще должна сидеть и ждать инспектора ГАИ. Когда он приедет, вот, составит акт эвакуации моего автомобиля. Только тогда я смогу поехать. Твари! Когда ночью люди все уснули, мест нету во дворе и ставят за двором, ну, за забором. В честь какого праздника? Вообще без понятия. В жизни, блин, там не ставила. И все всегда миллиард машин, все стоят и ничего. И вот это вот случилось. Я решила поставить. И эвакуировали. У нас паркинга нет. Вообще бесчеловечно, я тоже так считаю. Когда люди спят. Но это вообще как можно? Ну, ребята мне звонили, пытались дозвониться. Но у меня, я всегда выключаю звук. Короче, в 2 часа ночи, когда я встала и позвонила, он говорит, уже 7 автомобилей забрали. Все, ладно, машина это херня, у меня болит страшно зуб, мне надо к врачу. Один раз, два раза забрал, это как? Я не была на консультации, я была на осмотре, который прохожу всегда. Ну да, надо же заработать ребятам на Новый год. Слушайте, Диана, у меня такая машина грязная, у нас такая грязь, что я без понятия, нормально ли все с ней или нет. Я или в нее села просто, она вся облеплена льдом и грязью.
Я добровольно хочу пойти сдаться в любую больницу, чтобы они мне удалили нерв. А это не винир болит, это не зубы под винирами. А как бы как лечат, если это винир с той стороны залазит. Но это не винир, это последний жевательный, семерка. А, за один день два раза забирал. Ну просто это везунчик вы. Самый прикол в том, что я поставила ее сначала во дворе. Я подперла забор. Но у нас опять какая-то фигня, то ли от того, что расчищают двор уже какой день. Ворота на выезд не работают, да, то есть в одном месте выезд и заезд, а ворота закрыты всегда. Ну вот, я поставила туда, вышла из машины, вот, ну как бы они примотаны, с полным спокойствием, с чувством выполненного долга, я решила пойти. На той стороне, на дороге, мне начинает сигналить машина, сигналить и орать: «Девушка!» Я говорю, а я иду, он подбегает к забору, я говорю, что? Люди не выйдут, и орёт стоит. Я говорю, молодой человек, я говорю, ворота не работают уже 2 дня. Я говорю, вы что, вам больше всех надо, что вы? Но это неправильно, это некрасиво. Я говорю, так выезда нету здесь. Я говорю, одно дело, если бы я загораживала чей-то выезд, ворота перевязаны. Я вас предупредил. Ну, предупредил. Он заезжает во двор, подходит к охране. Я уже к этому моменту, пока он доехал, дохожу до охраны. Я говорю, вы что ругаетесь? Я говорю, мужчина, вам что, больше всех надо? Где я ругаюсь? Я по-человечески вам сказал, потом вот типа того, вас машину зацепят, там что-то. Я такая стою, говорю, охраннику говорю, вы во сколько вы открываете ворота? Но он говорит, в 7-8, может быть, говорит, в 6. Я говорю, вы их 100% откроете. Да, ребят, чтобы вы понимали, они не открыты до сих пор, время 11. Я говорю, ну ладно, говорю, если откроете 100%, я перегоню машину. Я ее перегнала в этот, за ворота поставила. Вот, и оставила свой номер телефона. Я говорю, если вдруг что, позвоните. Хорошо. А я на ночь всегда выключаю звук. Я просто на автопилоте выключила звук, забыв, что у меня машина стоит. А они звонили мне на самом деле, когда эвакуатор приехал. У меня еще было времечко ее отогнать. Ну, вы знаете, я могу сказать, что мне так ночью болел зуб. Я выпила тонну лекарств. Мне кажется, если бы они мне позвонили и сказали, что Кристин, беги, машину эвакуируют, скажите мне, не встала. Почему, когда покупали квартиру, не обратили внимания? Во-первых, потому что за такую цену, которую я на тот момент покупала квартиру, таких цен вообще не было, мне было вообще посрать. У меня не было автомобиля, а даже если бы на тот момент он у меня был, повторюсь, такая квадратура, такая квартира за такие деньги, вы ее не купите нигде. Может быть, где-нибудь в Подмосковье, а-ля 50 километров от Москвы. Поэтому мне вообще абсолютно все равно. Есть там паркинг, нету, да, неприятно, да, вот такие моменты, но я что говорю, голубых кровей или от меня что-то убудет, ну да, но время потрачено, ну, неприятно, безусловно. Зуб болит, у меня там пломба, и мне кажется, ну не кажется, скорее всего, что под пломбой началось воспаление, может быть, нерв воспалился, пломба, ну достаточно давно я ее не меняла. Я не знаю, ЖК «Бульвар». Сколько квартир у вас? 88 или 90. С прихожкой, наверное, 90. Но я бы мужа отдала. А собаку оставила.
дизель. Расход 9,0. Моя квартира стоит не 10. Стоила тогда, начнем с этого, а сейчас и подавно. Цены очень вырвали, очень выросли, просто. Я смотрела, да, цены, я могу просто выехать со своей квартиры, можно сказать, что я ничего не делала. Я за 2 года на ровном месте заработала 12 миллионов рублей, если я ее сейчас продам. Ничего не делая при этом. Сумасшедшие, неоправданно выросли цены. А они все везут и везут машины. Везут и везут. Я еще такая тоже дура. Но я же говорю, у меня просто зуб очень болел. Я забыла вывернуть колеса. Если бы я вывернула колеса, хер бы они меня забрали. Господи, мне надо в стоматологию срочно. Бабуля вчера смешная какая позвонила мне. Чтобы забрать машину, помимо того, что заплатить, мне надо дождаться инспектора. Вывернуть колеса, вот вы подъезжаете, машина ваша ровная, ставите ее, да, и на ровном месте, уже в настоящей машине, вы просто выворачиваете вот так перпендикулярно руль, чтобы ваши колеса были вывернуты, вас ни один эвакуатор не заберет. Губушки мои потрогать. Очень странненькое желание. Колоть никакой линкомицин, никакой антибиотик. Я пойду к врачу, пусть они поднимут эту пломбу и удалят нерв. Просто так же он не может болеть, значит, там не все хорошо. Мне так интересно, я кофту одела новую, почему она грязная? Вот скажите, пожалуйста, выехал? А? Инспектор выехал или не знаете? Вызвали уже? Пиздец. Не всегда забирают с вывернутыми колесами. Ну вот, например, вот такие вот, которые вот это я не могу назвать это эвакуатором, он бы не забрал точно. Да, отвечаю, нету хуже зубной боли и головной. Блять, что с моей? Ничего не случилось, эвакуировали меня.
Слушайте, ну у нас остались сегодня, зря вы так. Вот сегодня, я не знаю, машин 10 забрали. Вот. А те, кто именно стоял, как вот я вам говорю, а я забыла реально вчера поставить, они так и продолжили стоять. Родителям собирают. Они ночью забирали, ребят, когда люди спали. Вот, и, Тать, из-под дома. Плана на сегодня было много, но сейчас надо с машиной разобраться. Мне надо сделать зуб очень срочно. Я, в смысле, даже покушать не могу, чтобы вы понимали, так болит. Ой, кисало, давайте, что с глазами не так? Давно не было про это. Не помогают мне Настя никакие ни Немесилы, ни Найзы, ни Китарол, я с ночи их жру. Нет, не смотрела у него. Я болит зуб, эвакуировали мою машину. Ну так, не весело, скажу я вам. С учетом, ну я просто даже не вижу смысла отвечать на этот вопрос, но сигнализация сработала, даже если бы она была, даже если бы она сработала. Я живу во втором подъезде в огромном комплексе, где 20 с хером подъездов, машина стоит на улице за воротами, мне интересно, как бы кто услышал. Ну как бы для меня берет обезболивающее. Мне прекрасно помогает Найзик. Но, видимо, ну, короче, у меня болит 3 дня на самом деле. Вот. И 3 дня я Найзиком спасалась. А он, походу, болел и ждал, что я его отведу к врачу. Я не повела его к врачу. И сегодня ночью... Он мне воткнул. Магазин на Ленинградском проспекте. А при чем здесь виниры и мой зуб, который болит жевательный? Еще раз
Причем здесь виниры на передних зубах и жевательный зуб семерка. Очень, да, страшный. Сильно неудачный. Блин, что ж делать? Просто вот я пока... Кисал, иди нахуй тоже отсюда. Губы пиздец. Этот вот, я сколько сижу здесь, я уже со счета сбилась, какое количество машин завезли. Серафим, адрес же указан в шапке профиля. Ленинградский проспект, 32/2. Еще молодой человек пришел за машинкой. Слушайте, ну я тоже слышала, что о том, что должны в экстренных случаях, да, экстренная боль принять вне очереди. Но я так думаю, что это говорится о городской клинике, да, потому что я позвонила в две частные клиники, они сказали, мест нет, и как бы, ну, их никого не, ну, особо не волнует, что это острая боль или не острая. Муж хочет отдохнуть с друзьями, что делать? А при чем здесь вы? И что вы должны делать, если отдохнуть хочет муж? Пусть отдыхает. Я не то, что жду, пока оформят, я в принципе жду хоть кого-нибудь. Как мне объяснили, инспектор должен приехать. А поток машин не заканчивается. Я в своей, конечно, машине сижу. Да, Настен, вы пропустили, я выкладывала сторис, все прекрасно. Можете кто-нибудь сказать, сколько эфир идет?
молодой человек, вы можете уточнить, пожалуйста? Я с острой, страшной болью сижу, мне надо к зубному. Сколько мне по времени ждать его? Эвакуатор загрузит, приедут. Что еще раз? Эвакуатор загрузит и приедут. А далеко они находятся? Здесь вот. Спасибо. Тупо ящеры ебаные, блядь. Нахуй вот эту хуйню всю клеить на машину, которая не отдирается потом. Пиздец. Нет, я ни на чем не научилась Слушайте, кто-то говорит о том, что это какая-то грандиозная проблема или что? Объясните, пожалуйста. Вопрос в том, что первое, что...